Всем привет, новое видео. Сегодня мы поговорим о такой проблеме. Pixel 4a. Эхо при звонках. То есть собеседник человека слышит сам себя. И это не очень приятная фича. Информация в русском интернете нигде не присутствует. К нам обратился непосредственно заказчик. Вот у него такая проблема. Он купил Pixel 4a. Собственно, пиксель-то неплохой, в отличном состоянии и так далее. Но вот эта проблема не дает ему, скажем так, покоя. Вчера уже были проштудированы форумы англоязычные. Везде говорится о том, что Google ничего с этим не делает. Вот решил снять ознакомительное видео. Если вы что-то знаете об этом или у вас такая же проблема на ваших пикселях, пожалуйста, напишите, смогли ли вы решить данный вопрос. Если нет, то, может быть, как-то аккумулируем информацию в комментариях под этим видео. По крайней мере, для русскоязычной публики. Что сделали мы? Собственно, покопались в настройках телефона, в инженерном меню, пытались поменять настройки связи. Ничего не изменилось, то есть проблема осталась. Вчера обновились откатились с Android 13, то есть у человека был установлен уже Android 13 до 12 Android, тоже ничего не изменилось. Сейчас вот установили Android 10 для этого телефона. В принципе, будет проходиться первоначальная настройка. Android 10 для этого телефона, это да, такой, можно сказать, уже, сейчас я пароль введу, как динозавр. То есть для многих 10 Android только-только приходит, или у некоторых даже не присутствует на их телефонах, а здесь он, скажем так, стартовая версия, да, проверка обновлений. Вот нам не надо проверять обновления, давай просто... Симочка, решили прошиться симочкой, делается это, если интересно, все через интернет. В принципе, несложно, можно снять отдельное видео по этому поводу. Установка обновлений не надо устанавливать, пропустить, далее. Принять, пропустить, не устанавливать. Все равно он пытается обновиться, нет, все. Все нормально. Ну и вот сейчас будем тестировать. В общем, друзья, если здесь уже у нас непосредственно мобильный интернет отключить, будем тестировать. Позвони на, пожалуйста, Сережа, на этот, на наш тестовый номер. Сейчас будем тестировать. Услышишь ты себя, не услышишь? Давайте для убедительности мы зайдем. Сейчас, секунду, я отвечу. Android 10. Вот Android 10. Раз, раз. Тебя слышу хорошо. Я себя прекрасно слышу. Тоже слышишь, да? В общем, проблема не исчезла, но сейчас что-то разговор вроде как потише, почетче стал. При этом данная проблема отсутствует при звонке через громкую связь. То есть, если вы разговариваете через гарнитуру, беспроводную, как бы проблема не наблюдается. Откаты на предыдущей версии Android не помогают. Аппаратная ли эта проблема? Может быть, аппаратная. Программную мы, можно сказать, исключили. То есть мы попробовали все версии Android, и, соответственно, везде проблема никуда не исчезла. Что по поводу аппаратной части? Здесь находится несколько микрофонов, и он, по ходу дела, не отключается. А во время громкой связи он отключается. Во время работы, может быть, в WhatsApp он тоже отключается. В общем, в WhatsApp вроде как тоже есть эхо, но оно не такое значительное. А еще раз позвони, давай я сделаю потише звук, ну, у себя как бы. Смысл в том, что, можно сказать, я хочу под этим видео попросить вас, если вы когда-нибудь его посмотрите, и у вас такая же проблема. Так, мы сейчас ответим и вот сделаем на... Вот сейчас, видите, да, насколько? Раз, раз, раз. Все так же. Так же, да? Причем... Ну вот, пока не скидывай сейчас. А, ты скинул? Ну окей, ладно. В общем, если у вас такая же проблема, если вам удалось как-то ее решить, потому что лишний раз разбирать устройство не особо хочется, в этом, в принципе, никакой проблемы нет, но что мы там увидим? Мы там увидим материнскую плату, даже нижней платы нет, а материнская плата такая P-образной формы, она идет вот так вот, и, собственно, микрофон. Окей.
Проблема в том, что в микрофоне-то проблем нету, потому что если мы заходим в диктофон, раз, два, три, четыре, пять, микрофон у нас работает отлично. Сохраняем и слушаем. Четыре, пять. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон работает отлично, просто он не отключается. То есть в большей степени компания Google виновата в том, что вот на телефонах есть эти проблемы. На англоязычных форумах пишут, что проблема тянется, в принципе, со всех пикселей. В каком порядке она, почему она тогда не носит массовый характер, тоже непонятно. Что мы можем сделать? Мы можем поменять микрофон, но окей. В первую очередь это, наверное, скорее всего, не решит проблему. Не отключается именно по программной части. То есть, если вы что-то знаете, если у вас получилось решить эту проблему, пожалуйста, напишите. Спасибо за просмотр. Ставьте комментарии, пишите до нуля, если досмотрели до этого момента. Pixel 4a. Давайте решим проблему вместе. Эхо во время звонка.